Серебряные волонтеры работают, как в анекдоте, с 9 утра, и пока пакеты для мусора не закончатся, к обеду чистых пакетов не осталось. Пластиковый мусор, бутылки, целлофан, кусочки пенопласта, окурки. То есть мы идем, подбираем даже самый мелкий мусор. Вот то, что, в общем-то, выбросило, видимо, море или оставили люди. Когда говорят, мусора немерено, понятно, много. Точные подсчеты впечатляют больше. В прошлом году вывезено более 100 кубических метров твердых бытовых отходов. В этом году уже 20 кубометров вывезено. Мы специально приобрели лодку для того, чтобы вывозить мусор. В пересчете на деньги с начала года из Утриша вывезли мусор на 71 тысячу рублей. Это 6130 мешков, в каждом по 10-15 килограмм. Задача усложняется. По заповеднику проходит общая дорога, и основной мусор остается как раз на ней. Чистить и убирать некому. Помогают волонтеры. Мы представляем волонтеров серебряного возраста, который готовится к Олимпиаде, и вот хотим что-то для своего любимого города сделать вот такое доброе дело. И вот сегодня мы посвящаем это государственному заповеднику Большой Утриш. Работают бесплатно люди в возрасте, пенсионеры поднимают мусор, оставленный молодежными компаниями. Люди, мы же люди, поэтому мы должны думать, что мы оставляем после собой нашим детям и внукам. Серебряный возраст волонтеров в паспортах и документах. На деле такому энтузиазму молодые завидуют. Мы волонтеры, наш девиз. Волонтеры серебро дарят Утришу добро. Торжественное посвящение в друзья заповедника, зеленый шарф на шее. Взрослые люди радуются обряду искренне. Настоящие эмоции настоящих людей. Ведь только человек может убрать мусор за собой и за другими, не человеками. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа регион.